Хочу вам показать. Я сегодня купила на базаре утреннем вот этот вот плод. Да, такой вот обосранный, некрасивый. Это млечный сок. Когда его отрывали, вот этот вот сок растекся. Вот, и выглядит такой у него некрасивый. Вот, сейчас будем его разрезать и кусочки будем жарить в масле. Этот плод называется хлебное дерево местное. Вот мы разрезали этот плод. Иногда бывают семечки, огромные косточки, а сейчас вот почему-то нету. Хотела, конечно, семечки тоже люблю собирать, сажать люблю. Сегодня в этот раз не было, но ничего. Его, значит, порежем, помоем вначале, потом порежем и возьмем масло и будем обжаривать.